В тройку наиболее привлекательных для иностранных абитуриентов российских вузов вошли Санкт-Петербургский государственный университет, Российский университет дружбы народов и Казанский федеральный университет. Об этом сообщил руководитель Федерального агентства по делам Содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Элеонора Митрофанова. По информации пресс-службы Россотрудничества, в Казанский федеральный университет подано 2194 заявки от иностранных абитуриентов. Наиболее востребованными специальностями для иностранцев стали лечебное дело, экономика, международные отношения, менеджмент и юриспруденция. Как сообщил Единому информационно-издательскому центру КФУ директор департамента внешних связей КФУ Андрей Крылов, в настоящее время общее количество обучающихся иностранных граждан в Казанском федеральном составляет 6657 человек из 94 стран. Это и большая работа сотрудников ДВС по привлечению. И институты сейчас проявляют гораздо большую активность, выезжают в соответствующие, скажем, более для них привлекательные страны и проводят работу с школьниками, с выпускниками, объясняя, рассказывая. В первую очередь это, конечно, страны ближнего зарубежья. По словам главы департамента, в этом учебном году по основным образовательным программам на первый курс КФУ принято 1852 иностранных обучающихся. Скорее всего, эта цифра еще возрастет, потому что не все студенты успели доехать до места учебы. Адель Шамилова, Зуфар Галимов, Универньюз.